Покупая увлажнитель, нужно четко понимать, каких именно размеров девайс необходим, так как есть модели настолько маленьких размеров, что без труда могут поместиться в вашу небольшую руку. Производителем одного из таких устройств является компания Helios, которая уже успела на международном рынке зарекомендовать себя как бренд надежной и недорогой продукции. Данный увлажнитель, благодаря необычному дизайнерскому решению, настолько схож с банкой газировки, что если их поставить вместе, не считая надписей цвета, друг от друга визуально не отличишь. К тому же корпус устройства выполнен из добротного пластика, лишенного какого-либо запаха, что очень важно для работы увлажнителя, особенно в детской комнате, где оптимальный уровень влаги воздуха должен составлять 50-60%, потому как именно такой показатель считается нормой для ребенка. А эффективность работы такого девайса зачастую ничуть не уступает увлажнителю гораздо большего размера. К тому же компактность и легкий вес позволят использовать прибор не только в домашних условиях, а также брать его с собой на работу, где он сможет обеспечить необходимым уровнем влаги ваш офис или магазин, где вы работаете. Главное, чтобы то место, где он будет трудиться, не превышало 20 квадратных метров. В ином же случае ему будет тяжело обеспечить помещение большего размера необходимым уровнем влаги. Несмотря на столь маленький размер, 90% корпуса отнимает резервуар, вмещающий в себя 260 мл обычной воды из-под крана. Чтобы ее в него залить, вам нужно всего лишь, как это сделаю сейчас я, провернуть против часовой стрелки до упора верхнюю часть каркаса, после чего, почувствовав ограничение проворота, просто поднять ее вверх. Изнутри емкость для слива воды помечена специальной меткой, обозначающей максимальный уровень заправки, превышать который ни в коем случае нельзя. Чтобы понять, по какому принципу работает данное устройство, залейте в контейнер воду. После чего, закрутив крышку, обратите внимание на верхнюю горловину, которая является основным элементом превращения воды в мельчайшую водяную пыль, насыщая помещение необходимым количеством влаги. Данная часть корпуса оснащена легкосъемной пластиковой капсулой, сняв которую, изнутри вы увидите съемный хлопчатобумажный стержень. Его задача, входя в посадочное место, с помощью расположенной на дне капсулы металлической пружины, прижимаясь максимально плотно к мембране, сквозь отверстие пластиковой капсулы, впитав в себя как губка необходимое количество воды, в процессе работы мембраны, вибрируя с ультразвуковой частотой, уводить наружу сопла, распыленную в туманообразное состояние воду, наполняя воздух помещения необходимой влагой. Если увлажнитель наполненный водой, перевернуть или положить на бок, вода с него вытекать не будет. Так как изнутри крышка девайса оснащена уплотнительным силиконовым кольцом, задача которого – обеспечить стык устройства максимально возможной герметичностью, не позволяющей воде просочиться наружу. За источник питания девайса отвечает входящий с ним комплект стандартно короткий шнур с microUSB на USB. Сам же блок питания, как и встроенная батарея, у данной модели отсутствует, что лично я считаю недостатком. Для работы увлажнителя мощностью всего лишь 2 Вт вам понадобится пауэрбанк мощностью от 5000 мАч, зарядка от телефона или еще какое-либо устройство с рабочим напряжением 5 В. Подключив питание для запуска устройства, нажмите кнопку и выберите один из трех доступных режимов работы. При однократном нажатии эффективность выдачи пара составит 40 мл в час. Такой показатель позволит работать девайсу до 6 часов. При повторном нажатии на одну и ту же кнопку увлажнитель перейдет в режим периодического распыления с паузой 3 секунды. В данном положении он сможет работать 8 часов с выдачей пара до 30 мл в час. Нажав кнопку третий раз, устройство просто отключится. А вот при нажатии с долгим удержанием кнопки возле сопла выхода пара можно будет увидеть яркое свечение светодиода, плавно переходящее с одного цвета в другой, впоследствии чего нажмите кнопку еще раз, чтобы сопло начал выходить пар. Такой режим очень хорошо заметен в полной темноте, а это значит, его можно использовать как ночник. Если вода в девайсе закончится, а вас рядом не окажется, переживать не стоит, так как модель оснащена защитой от включения без воды. Для любителей ароматов также есть приятная новость. Данное устройство адаптировано для заправки ароматерапевтической воды.
Подведя итоги, меня как обзорщика, модель стоимостью всего лишь в 11 баксов своей работой очень порадовала. А вот насколько она радует или печалит вас, пишите в комментариях под видео. Таким образом, вы поможете сделать правильный выбор тем, кто с покупкой такого девайса еще не успел определиться. Также не забывайте ставить лайки, а подписавшись на канал, обязательно жмите на колокольчик. С вами как всегда был Леонид, всем пока-пока.